Таганский ряд подожгли, так теперь считают полицейские Екатеринбурга. Они возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». Сегодня прокуратура железнодорожного района Екатеринбурга одобрила возбуждение уголовного дела. Наказание по этой статье предполагает до 3 лет лишения свободы. Но для этого оперативникам предстоит найти поджигателей. Пожар разгорелся на рынке «Таганский ряд» в последние дни прошлого года. Огонь тогда уничтожил 4000 квадратных метров складских помещений с одеждой. Чтобы их потушить, потребовалось 3 дня.